В нашей студии семья Баджи. Если бы не было, то для этой семьи его нужно было бы придумать. На центральном диване Баджи. Глава семейства. Он попал в книгу рекордов Гиннесса. Всего за 4 дня он пропил Блинк-даггер на Ленинском проспекте. Рядом с ним в красном его супруга Лина. Она наняла киллера, чтобы он предотвратил потерю квартиры, но всего раз, пообщавшись с Линой, киллер тоже запил и сдался в полицию. Кристал Мейден. Сестра Лина забеременела от Баджи и подсыпала Лина в суп мышьяк. Но яд, к счастью, оказался просроченным. Сларк. Рядом с ней на диване сын Егора и Светланы. Ему 17 лет, у него 8 приводов в полицию. Уже отмотал 2 года в темном рифе. Пытался продать свою 12-летнюю сестру Сайрен в сексуальное рабство, но не сошелся в цене с заказчиком. И, наконец, Нага Сайрен, о которой я говорю, она на отдельном диване, сидит поодаль от своей семьи. Нага. Отличница, золотая медаль в общегородской олимпиаде по алгебре. Занимается сольфеджио, увлекается историей Древнего Рима и мечтает, чтобы все родственники ее семьи скорее умерли.